Наши друзья вновь встретились с толстяком Хендриксом, который собирался заключить союз с генералом Монкольмом, чтобы сражаться на стороне французов. Но после партии игры лакросс он отказался от союза и ушел из форта вместе со своим старым другом Великим Змеем. Ловушка. Ункас! Он назвал имя моего любимого Ункаса, я слышала! Ункас ищет меня! Он победит твоих воинов! Ты можешь отрицать, но я знаю, что так и будет! Черноволосая! Слишком много думает, и черноволосая слишком много говорит, что не пристало жене вождя гуронов. Иди и молчи! Я себя чувствую просто чудесно! Мы все себя чувствуем чудесно, видя, что ты поправилась, милая Алиса. И еще я чувствую себя комфортно в этой глуши. Еще пару недель, и мы сможем назвать вас почетной охотницей. Это будет огромной честью для меня. Ну же, капуши, шевелитесь поскорее. Я тут ни при чем. О, Господи! Сюда! Смотрите, там, на ветке! Это кусочек платья Коры, того самого, в котором ее похитили. Наконец-то, какой-то след. Но я начинаю опасаться худшего. Ункас, что тут было? Здесь остановилась лошадь на водопой и ушла туда. Глубокие следы копыт, два человека в седле. Значит, она невредима, хотя и в руках магла. И это деревня могучего Магуа? Нет, до вигвама Магуа много дней на север. Тогда что мы делаем здесь? Сердце черноволосое все еще полно любви к воину Ункасу. Магуа позаботится об этом. Он отправится за скальпом Ункаса. Твое сердце освободится, и Магуа сможет войти в него. Кроме того, старая Кахини научит тебя обслуживать магу и его воинов. Это просто глупые слова. Тебе никогда не победить Ункаса, и мое сердце всегда будет полно им. Проклятие! Вперед! Следы свежие, нужно этим воспользоваться.
Профессор, не задерживайтесь! Сейчас, сейчас. Не волнуйтесь. Я не виню вас, дорогой мой. Я просто... Ой. Не верю глазам. Эфразиус Кендарий удивительно на этой широте и поздней осенью. И в таких изумительных красках. Похоже, неизвестный науке вид. Не двигайтесь, моя драгоценная, я столкнулся с важным открытием. Нет, ни одну минуту. Моя прелесть, нельзя препятствовать пути науки. Минуту. Подождите. Боюсь, я уже не тот юный прыткий энтомолог, каким был год назад. А, гнилая удача, кажется, я потерял мое сокровище. Опровергаю последнее заявление. Похоже, я сам потерялся. Мои компаньоны должны быть недалеко. Почему бы мне не позвать их? Соколиный глаз! Майор Дункан! Так, давайте попробуйте рассуждать здраво. Я далеко от всех поселений. Бреду через лес, кишащий злобными дикарями. Что же делать? Как просить о помощи? Помогите! Дорогие друзья, вы пришли меня искать. Спасибо большое, спасибо. Я здесь. Но где же вы? Я вас не вижу. Простите, я не хотел нарушать вашу идиллию. Романтика. Покорнейше прошу меня извинить. Пожалуйста, поверьте, меня совсем не интересуют ваши дела. Говорю вам, друг мой, не могли бы вы отстать от меня? Мы должны обсудить это. О, боже! Боже! Так, нельзя терять присутствие духа! Это же Оскар! Оскар! Старина Оскар! О, боже! Вот так сюрприз! Отлично, я сдаюсь. Тычепими! Вандихо! Скажи еще раз, почему? Эй, полегче с дубинкой! Спасибо, милый. Ягама! Индемеке!
мантии Янга. Господи, вонь идет до самого неба. Качина! Качинай! Он вернулся, но без Сарагамута. Вы нашли его лошадь? Это значит, что он... Нет. Там не было следов борьбы, и лошадь не взволнована. Тогда что с ним могло случиться? Он что, просто ушел пешком? Как это произошло? Мы должны найти его, но нельзя оставить Икору. Нам лучше разделиться. Пусть профессор идет по своему пути. Не забывайте, он наполовину безумец и наполовину мудрец, лес и его друг. Вы хотите сказать, что с профессором ничего не случится? Да, он будет под защитой великого духа. Много воды должна унести река, прежде чем наступит его час. В следующий раз, увидев бабочку, я обязательно пройду мимо. О, боже мой. Интересно, кто эти люди? Мы племя Синека. А, замечательно. Насколько я помню из книг, вы мирное и гостеприимное племя. Более того, вы говорите по-английски, что неожиданно, но крайне приятно. Нам пришел человек в черном, мы учились у него. Он носил на шее изображение своего тотема. А, вы говорите о священнике, который проповедует вам Божьи истины. Чудесно! Он тоже думал, что мы мирно приветствуем гостей, пока я не вырвал ему сердце и не скормил нашему богу Пуме. О, хорошо, хорошо. Мой дорогой друг, очевидно, в научной книге вкралась опечатка относительно вашего племени, и мой долг исправить эту досадную ошибку, открыть глаза моим братьям. Я сделаю это сразу же, как только я доберусь до них, немедленно, ни мгновенья. Вы должны понимать, что если я здесь, то за мной идут остальные, и... У меня будет много сердец, чтобы скормить их богу. Если моя память не изменяет, я еще кое-что читала о благословенных индейцах племени Синека, дух медведя. Что ты бормочешь, бледнолицый? Раз вы почитаете бога Пуму, тогда что такое гикни? Именно. А я подчиняюсь гораздо более могущественному духу, духу медведя. Да, это я хотел услышать. Я шаман. Кей, ю, ку, ван, е, ке. Оскар! Торопись, парень. Я знаю, ты где-то здесь, сейчас или никогда. Оскар! Оскар!
спаси меня! Старый друг, ты только пользуешься тем, что я связан. Когда я освобожусь, я расчешу тебе всю шкуру в знак моей глубокой признательности. Здесь они провели ночь, а после Магу и Кору уехали на лошади в том направлении. Откуда ты знаешь, что они на одной лошади? По глубине отпечатков копыт. Здесь следы заканчиваются. Лошадь вошла в воду и, скорее всего, направилась к острову. Завтра мы сможем точно выяснить это. Ункас, я думаю, нам надо переночевать на острове. Привет, мальчик. Ты мой друг, ведь правда? Отпусти меня, грязная тварь! Отец! Алиса! Больше ты не сбежишь от меня, Магуа! Не надо, майор Дункан, вы можете попасть в Ункаса!
Кора? Где она? Кора спит в постели Маго, в деревне Маго. Ты больше никогда не увидишь ее. Ункас! Ункас! Отлично. Теперь этот демон больше не будет мучить нас. Он устроил нам западню, но сам попался в нее. И, к сожалению, мы тоже попались. Гнев ослепил моего брата, и это значит, что... Маго мертв! Маго мертв. И никто не сможет нам сказать, где Кора. Близится рассвет, сын мой, и у нас все еще есть следы врага. Идем.